cunoaștem la Mișa Peicov. La Mișa Peicov totul a fost așa de vesel, acest nou mai. Și noi putem să nu dedicăm emisiunea acestei zile. Mișa, dar o clipă, stai că mi-a dispărut-o. Mult prea tare ne-a otrăjit. Mult prea tare ne-a otrăjit tot ce am văzut și... Ia că tot, Mișa. Tot ce s-a întâmplat. Mișa, noroc, Mișa, mi-a fost dor. Привет, салют. Noroc. Ți închipui, uite, tu ai... Noroc, noroc. Tu săptămâna trecută ai venit cu un mesaj așa de fain, să îndemni oamenii să-și deschidă vocile, să dea putere vocilor, să nu tacă, să nu tolereze. Și eu săptămâna asta dau peste un găgăuz așa de fain, acest Capsamun, jurnalist din Ucraina, care de fapt vine din Găgăuzia, care așa e de simpatic, l-am distribuit și pe pagina mea, tu știi pe el, Ivan Capsamun? Da. Ce ne spui despre el? Ну, я просто смотрю то, что он делает, я много о нем не знаю, как, насколько я просто интересовался, то он делал свою карьеру изначально, да, то есть там, не здесь. Ам интерес. Бун, Миша, куча виту астас? Прежде чем начать, ну, естественно, мы будем говорить сегодня о 9 мая. Прежде чем начать, вот мне только что из передачи один кто-то из зрителей спросил меня, почему так много гагаузов участвовало в Кишиневе. То есть я бы хотел рассказать... как это происходит, как они приносят людей сюда. Мне кажется, это очень важно, потому что я сам, когда учился в школе, был одним из тех людей, кого заставляли приезжать сюда. Каким образом? В первую очередь, как привозят молодых людей. Школьники, как правило, большая часть школ в Гагаузии, директора являются членами партии социалистов. Естественно, тебя ставят перед условием. Ты едешь, и все. Это окончательно, либо у тебя будут какие-то другие проблемы. Таким образом едут молодые люди. Фишка в чем? Ты приезжаешь, если ты школьник, тебе не платят эти 100 лей. Если ты взрослый человек, тебе дают 100 лей. 3 часа в дороге с Гагаузии до Кишинева в автобусе промывают мозги, что тебе нужно кричать, что тебе нужно делать. Когда ты приезжаешь в Кишинев, тебе дают вот такую тоненькую палку, трубу белую, куда натягивают этот флаг. И в конце обязательно ты должен сдать этот флаг. Я помню, в 2017 году, когда я ездил от школы, один мужчина из Гагаузии решил себе их забрать домой и засунуть в автобусе. Человек, который собирал эти палки, ударил его этой пластмассовой палкой по телу за то, что он хотел их украсть. Миша, скажи, пожалуйста, а вот вы же участвовали в этом, вас же тоже как бы... А вы не осмеливались спросить, а мы не хотим в этом участвовать, а почему, а зачем? До 2018 года, я честно могу признаться, я не знал, что такое Зярл Дегарда, что такое Радио Европа Либера, я не знал, что такое независимая пресса. Я смотрел, как и все, с Гагаузии, НТВ, Россия-1, Примулын Молдова. И просто не понимал, что есть в Молдове другое мнение. И могу объяснить, почему. Потому что, как правило, это румынопишущие СМИ, которые не доходят до гагаузов. Но, к счастью, мне повезло, что я начал интересоваться тем, кто такая Майя Санду. Это был как раз период, когда она начала... да, то есть свою политическую активную карьеру, и начал изучать больше ресурсов. Миша, а скажи мне, а когда произошел этот перелом между Мишей, который не знал про свободную прессу, и Мишей, у которого появился какой-то гражданский, какая-то гражданская позиция? Наверное, когда я начал общаться с людьми, которые уже занимаются каким-то гражданским активизмом, и узнал, что такое media education, да, то есть как бороться с дезинформацией, что такое дезинформация. Тогда я начал интересоваться большим количеством информации и увидел, что, оказывается, Майя Санду — это не сатана, как мне говорили. Это было еще недавно, Миша, мне не верится, что это было еще недавно. Это было 4 года назад. Скажи мне, как произошло... прошли праздники, праздник 9 мая в Гагаузии. Давайте напомним нашим зрителям то, что Народное собрание Гагаузии сначала проголосовало за закон, который разрешает на территории Гагаузии носить ленточку, использовать символы Z и V, и в принципе разрешает все, и парады, и ленты, и все другое. Естественно, этот закон был аннулирован, потому что никакой местный закон не может быть важнее, чем национальные законы. Что делает Народное собрание Гагаузии? Народное собрание Гагаузии собирается 8 мая вечером
в народном собрании, в здании народного собрания в 10 часов вечера, что-то напоминает, кто-то тоже по ночам в парламенте собирался, и принимает закон на один день, который действует только 9 мая, и этот закон разрешает использовать эту ленту, да, то есть праздновать 9 мая с использованием всех символов, и как они их назвали, символов победы на территории АТО Гагаузия. Естественно, на следующий день ни один суд, ни одна палата не смогли бы отменить и рассмотреть этот закон. Да и в принципе, никогда, мне кажется, до этого я не приходил с новостью, что принимали какой-то закон всего лишь на один день, который действует вот 9 мая 2022 года. Шинка же Доминика Сара, с Адонат, ла чрезвычайное заседание. Это вамень, который шесть лун, но тут вот там бюджет. Но это есть он пур саботаж легислатив. Ей пур же симплу ау саботат леджа, ау контестат путеря ей, ши ау адоптат о леджа пентру зи. Чао урмат, Миша, до пасна. Фишка еще в том, что первый закон Влах, госпожа Влах подписала, второй она не комментировала никак и не подписывала. Не успела 25... просто. Вышла на парад. 25 из 35 депутатов за него проголосовали, все, весь блок коммунистов и социалистов в народном собрании. Давайте мы покажем, я там ставил, как они, да, поднимают руку, чтобы мы увидели, да, то есть этих людей, которые, напоминаю, ночью 8 мая принимают. Да, то есть вот эти люди принимают закон. С левой стороны все подняли руки, это все социалисты и коммунисты. С правой, кстати, не все подняли, да, то есть 10 человек не проголосовали за этот новый закон. То есть итого из 35 депутатов 25 проголосовали. Да, большинство получается. На следующий день, то есть 9 мая, естественно, в Гагаузии проходит парад, где присутствуют и первые лица Гагаузии. И вот среди них большая часть депутатов, естественно, приехали в Кишинев с ленточками. Но среди них я заметил и первых лиц. Посередине мы можем увидеть госпожу Влах, которая без ленты. И в принципе, если многие приходили с цветами, где цветы были перевязаны лентой георгиевской, то у нее красная лента. Рядом с ней, получается, с правой стороны, не в очках, с цветами тоже, да. Это примар города Камрад, который, да, то есть по слухам займет кресло Башкана на следующих выборах, тоже без ленточки. Он, в принципе, является яркой политической фигурой в Грузии. Анастасия. А это Анастасия, да? И да. Он чей, социалист или коммунист? Или... Непонятно. Он, так скажем, серийный Влах. Куда ветер будет, куда я. Кеша презенца Лупинова мая, коли и лавут он дискурс, который спуняка не надо повторить. Или ворбя ди контексту разбоя, лучше, как оно и не аминтим, что фос, шаму ар требуи сну... Ого! Также мы можем увидеть двух депутатов, которые тоже без ленточки. Но могу отметить на 100%, что те люди, которые представляют блок коммунистов и социалистов, в полном составе приехали в Кишинев, и здесь были замечены с лентой их фотографии. Я не вставлял, чтобы просто лишний раз не пиарить их. Таким образом. Что, я не зря отметил тот факт, что если первый закон Влах подписала, второй она не подписала. И мне стало интересно, почему. Что происходит? Она активно принимала участие в параде, да, то есть в праздновании этого праздника, и вечером у нее даже... Была такая минутка славы. Я думаю, стоит показать эту минутку славы. Почему? Потому что стоит отметить, что все политики этого лагеря у нас в Молдове используют одну и ту же, так скажем, политику в своем имидже. Да? То есть это танцы и песни. Используют одну и ту же тактику. Зная наш народ и что он любит, есть некоторые политики, которые вот делают, пользуются этой тактикой. Угу. Абсолютно. Можем показать этот момент. Объясню. На параде Ирина Влах решила спеть песню. Но если у Рената Усатого хотя бы попадал он местами в ноты, то у него чуть-чуть не выходит. Ну, мне же линку. Яка. Стайкарю с ножку сон шербентат. Зачем? Миша Дорог клип. Дай секунду, сюда он. Да, макар ту колзешь чем пик атмосфера. Че кынтик, деспер чей ворба? Песня о победе, естественно, с танцами, со всем. Поет ее один из музыкантов Гагаузии, тоже
такой человек, голос у него интересный, но вот Ирина Влах туда, как по моему мнению, не вписывается никак. Но увидела она, что, да, то есть Дадон там с Киркоровым собирает клубнику, Киркоров поет, увидела, что там вся Садова поднялись, увидела, что Рената Усатый тоже с различными музыкантами. Врей соузим, да, Акума? Да, да, да. Așa, dar Irina Vlah cântă din nou mai. E fain, fain de din cap. Миша, Никита Станевску спине, о мелодии буна, к версу просто сцени минте, тарь бе, не персонал, тарь им плащ мелодия, это импунатуаре, конвингатуаре. Я уди, когда я мик копил, шам аузит, вот, им плаще со он гын, а нуме, потому что я мак кучаре прин, прин форце, прин мелодии. Я им кандик фарти птерник, что зай сама атыц ань, са континуи с фи ин топ. Și să fie cântat la această sărbătoare. E de înțeles, îi place. Poate îi place doar aspectul muzical, poate îi place secvențarea în terță. Deci eu de fiecare dată când îi văd pe ai noștri că se apucă de cântat politicieni în fața publicului, încerc tot timpul să fac o legătură. Am mai văzut eu așa ceva la alții. Pentru că hai să admitem că pe noi nu ne duci capul. Noi nu suntem încă un popor matur, să avem un background pe care să ne bazăm, o cultură politică, educație care să ne ceară o anumită ținută. Mai sunt încă politicieni în afară de ăștia din Uniunea, din Estul Europei, care să cânte, să strângă căpșuni, să se cuprindă cu Kirkorov. Eu mă gândesc totuși că ei fac asta pentru că ei știu ce așteaptă publicul. Și dacă noi cu adevărat ne dorim să se schimbe odată și pentru totdeauna această atitudine a politicienilor față de alegători, să nu îi mai țină de proști, să nu îi mai țină de ăștia care cască gura la fiecare cântat pe scenă. Noi trebuie să înțelegem că taxarea din partea noastră va fi. Noi vom fi cei care putem spune punct la asta, pentru că ei vor face mereu cei ce le spun sociologii. Народ просит, дайте народу зрелищ. Sociologii spun, вы знаете, Ирина Батьковна, что-то ваша песня вам чуть-чуть убрала из рейтинга. Давайте больше вы не будете петь. Народу не понравилось? Хорошо, я начну бороться с фейками. О, замечательно. Миша, да то и вызвать, что там платла сарбатуаря. Да, видео лунг, есть и у вас там что? Шкаут. Stai, liniștești, so... iacă-l, eu l-am pus, tot normal, liniștești. Păi de ce nu scrii cuvinte Mișa, cheie? Cum o găsesc? Sub patru... На празднике очень много было моментов и абсолютного, как сейчас модно назвать, трэша, но именно для меня важным моментом был вот Влах, но я знаю, что вам понравился другой момент. Нет, Миша, понравился, вот понравился, что... Понравился, да, понравился. Миша, ты знаешь, я специально хотела посмотреть, что за событие такое случается в Гагаузии под патронажем Ирины Влах, потому что я, когда слышу под патронажем, я всегда представляю себе, что это либо человек давал деньги, либо человек смотрел за всем процессом организации и говорил, это хорошо, это не очень хорошо, а давайте здесь сделаем так. А вот если это под моим патронажем, я бы хотела вот это передать людям. И мне было интересно, что же означает под патронажем башка на Гагаузии, чтобы случился праздник патриотических военных песен. Коррекция, спуни, под патронажем. Патронажем. Да, потому что идет разбой. Doar am dat play la acest video și eu vreau ca voi întâi să vă uitați la el și pe urmă eu îmi vă spun dacă vă încus mai vreți și dacă nu o să înțelegeți ce am vrut să spun. Să-mi spuneți ce ați simțit. Deci dăm drumul fix de la începutul acestei sărbători minunate. Acolo sceneta chiar... Chiar e de la început. Îl scoți pe Mișa, ne scoți pe noi și îi lăsăm pe oameni să savureze acest eveniment întâmplat sub patronajul Irinei Vlah. Andrei, nu este link. Știu când nata, stai că eu pregătesc asta. Ok. De la bun început începe... Da, okay. Și cu sunet și cu tăt. Și cu tăt și cu sunet. Așadar, 9 mai, Găgăuzia, anul 2022. Thank you.
окей, erau niște copii care se jucau, dădeau drumul la baloane și după asta am început un război. Asta e o scenetă despre cum am început un război. De mult mai încet, că ne acoperi pe noi. Și asta se întâmplă ilustrat de, presupunem, actori, dansatori, voluntari, da, în Găgăuzia în 2022. Asta e o generație tânără, nouă de găgăuzi, care e ca așa învață să își manifeste memoria bunilor, dacă ei i-au avut la război, imitând scene de război, în timp ce exact aceleași scene se întâmplă la distanță de câteva sute de kilometri. Și asta ei numesc sărbătoare. Ei arată un tânăr care este împușcat. Adică eu când mă uitam la imaginile astea, eu am trăit oroare. Cum poate Bașcana Găgăuziei să patroneze așa ceva într-o zi în care cadre reale poți să le vezi că se întâmplă în Ucraina? Ziua o patronat, dar seara o cântat. Hai, azi cred că Internetul Grește este o emisiune de recomandare de video pentru mai mulți din cei care ocupă funcții înalte în stat. Hai de data asta Irinei Vlah să-i recomandăm un video. Eu săptămâna asta l-am distribuit pe Lumina. Un video despre cum Vecislav, un băiat de 18 ani, și a pierdut mama de 37 de ani. Dacă poate Irina Vlah ne urmărește sau poate voi să ne ajutați cumva să ajungă acest video sau fragmentul de emisiune Internetul Grește și în Găgăuzia la Irina Vlah, în boxele la computerul din cancelaria Bașcanului. Mamă vbilo просто. У мене на руках загинула. Я намагався її спасти, але... В тот день Вячеслав с мамой возвращались домой. Снаряд разорвался на огороде возле их дома. Впало первый снаряд 10 кроков от нас. Я побачив, как он впав. Мама лягла, я присів. Воно было прям поруч біля мене. Прям поруч. Вячеслав чудом не пострадал. Я відкриваю очі. Мама лежит на боку, и ее останние слова. Земля все добрые. Я не очень уверена, что Ирина Влах смотрит нас, почти что уверена, что нет, потому что мне казалось бы, что можно было бы достучаться до нее, казалась адекватной женщиной. Но Ирина Влах, как вы можете использовать детей, которые понятия не имеют, как их реально используют для того, чтобы вы себе организовывали праздник чего? Что вы празднуете, когда показываете детей, которые, во-первых, пускают белые шары в небо, потом слышны звуки, бомбят, потом молодого человека выстреливают. Вы считаете, что это искусство? Искусство в то время, когда это реально происходит где-то там очень близко от нас, разве эти дети, эти молодые люди, они не заслуживают того, чтобы в такой день приглушили все звуки и просто тихо говорили о том, как страшно, что такое может происходить так рядом с нами, а мы с этим играемся, как в войнушку. Они, оказывается, играют в войнушку. Ну да, и файн, когда ты ай он разбой, да ты иллюстрез, кум арета он разбой. Миша, да не фарыма де сперанца, ты поди дискутат коллеги, приятен де тей дин Гагаузия, фос макар о вочи, кари со револтат, шо дзес, ши ку ачест кринч невозможный, кум, кум аста сентемпл ан 2022? Фишка в чем? Фишка в том, что есть такие голоса, которые говорят об этом, но почему-то они более популярны среди румыноговорящих, хотя они пишут посты, они говорят на русском языке, но лайкают эти посты, отвечают на эти истории румыноговорящие из севера Молдовы, из центра Молдовы, из Кишинева. На местном уровне почему-то все-таки вот песни, танцы, сценки о войне – это до сих пор очень важно для людей. Они это смотрят, и они это поддерживают. Тем самым политики делают себе рейтинги. Вот как раз-таки после очередного создания такого рейтинга, после очередного караоке на площади, когда люди посмотрели, и для них это является важным, и все, они больше новости не будут читать. Что делает Ирина Влах? В очередной своей манере, ни нашим, ни вашим, вчера она, сегодня она собирает инспекторат полиции в Гагаузии. И что она говорит? Штрафуйте всех, кто носил ленточку в самом, да, то есть, как по закону это должно быть.
Окей, приятен. Аз, я не знаю, если вы специальный календарь, да потом сомаркам курошу. Аз, зон, который плинтусу, а фост атинс де Ирина Влах, дефинитив. Пе буни. Я нул поарта. Și ea spune că va contacta forțele de ordine pentru a-i amenda pe cei care au purtat, pentru că e un simbol al agresiunii, deci ei pasă de urorile războiului care se întâmplă acum în Ucraina, Слушай, да? Слушай, а может быть она настолько занятой человек, что просто вот не хватает ей креативности? Вот как подойти? Вроде бы здесь и промульгировала закон, ну а потом говорю, давайте их, давайте им штрафы. Вроде бы хочется как-то и с Дадоном, и чуть-чуть прорусской такой быть, а грантики, если можно, с Европы тянуть, чтобы себе там Гагаузию устроить. Я вот думаю, может быть, ей элементарно посоветовать, что в такой день, ну, можно сделать концерт классической музыки, например. В такой день можно просто читать стихи о мире. В такой день можно показать людям хорошее документальное кино. Людей можно воспитывать и готовить их к тому, что Молдова хочет оторваться от всей этой страшноты, и что нам очень сильно хотелось бы, чтобы больше 9 мая, когда мы празднуем за Россию, больше не было никогда в Молдове. Хотя права людей праздновать никто не отнимает. Манера, как это делается, она вообще не поменялась, она то же самое. А манеру надо менять. Как мы, знаешь, вот человек, когда здоровый рядом с нами, мы с ним шутим, там, прибаутки, там, можем, там, не знаю. А если человек рядом с нами, ему плохо, мы же не будем то же самое делать. Но мы же построимся под него, правильно? Ты дошла, он пациент был на канчер, на стадию терминала, что фашист, че нет, это канчер. Ca el să înțeleagă cât e de strașnic să ai cancer. Ne se pare asta tare, tare important. Foarte frumoasă idee vine din Găgăuzie de la Irina Vlah și sub patronașul ei. Este fenomenal, pur și simplu. Prieteni, da, ajutați voi dacă și de la Chișinău nu le-a venit în cap să pornească prin casele de cultură din toate satele din Moldova și pur și simplu să facă 45 de minute. Azi arătăm filme. Nu artistice, dar documentare. E ca așa un anunț faci. Asta nu e nici propagandă politică, nu e nică. Cred că se găsesc bani pentru asta. Faci în 100 de sate din Republica Moldova, faci asta, difuzezi 50 de minute de reportaje. Unul de la Настоящее Время, unul de la CNN, unul de la TV8, unul de la Jurnal TV, că ei tăți au ajuns prin Ucraina în ultimele săptămâni. Și arăți istorie cu Vecislav, de 18 ani, care și-a pierdut mama. Și zici, ce la urmă, v-a plăcut? A? Salutul, dăm, cântăm după asta, după ce am ilustrat războiul. Да, Миш. На этом просто, если бы она так сделала, рейтинг она бы себе не сделала, популярность от народа, поддержку она бы не получила. Почему? Потому что сейчас, если бы она вышла месяц назад или даже перед 9 мая сказала такая-такая ситуация, давайте действовать по-другому, ее бы просто не поддержали, потому что она же на протяжении многих лет дезинформировала народ Гагаузии через свои ангажированные СМИ. То есть очень запутанный вопрос и непонятный. Știți cum în criză de obicei cunoști parteneri, guvernanți care și cum se descurcă? Eu cred că noi încă înainte, da? Noi nu nevoie să avem război pe teritoriul Republicii Moldova, dar deja e vedem că s-a adunat gunoiul ăsta politic și noi îl vedem. Pentru asta, pur și simplu, trebuie să fim recunoscători. Că noi încă alegeri nu-s, dar noi deja putem să înțelegem ce înseamnă gunoi politic din Republica Moldova. De la fantastice și simpatice femei la suflet și la tufle, pe nume Marina Tauber, până la Irina Vlah, femei la care nu a ajuns video cu băieți care își pierd mama în brațele lor, împușcate, rănite de obuzuri, de rachete. A mai prea zilem teatralnă scenă. Zile, da, nu, nu știu. Aplauze la toți! Чтобы больше не повторялось. Вот война не надо повториться. За это нужно театр показать. Миша, eu cred că, pur și simplu, există o mare diferență între politicienii care se iau după cele ce republicul sau alegătorul și politicienii care vor să atragă publicul după ei. Este vorba de o diferență enormă de cultură și educație. Când tu cunoști puterea ta, tu știi că tu ești un om bogat, tu ești un om cărturar, tu ești un om care ai ce oferi. Tu nu ai cum să nu atragi oamenii după tine. Dar când tu ești slab, neîncrezut, vulnerabil, plin de păcate și schelete, un om care știe că îți pierzi puterea, tu iei și începi să hrănești oamenii cu cacaște de astea, știind că человеку нравится, надо его этим кормить. И неважно, что за мной останется. Миша, да хай жди бини сева. Да, новость для тех, кто не знает, как провести этот уикенд. Расскажем сегодня про фестивалу Dulce Floare de Salcem. Который проходит ежегодно, в принципе, насколько я узнал, каждый месяц, да, то есть каждый год в мае проходит в селе Велень.
который находится на берегу прута. То есть... Да. Что значит этот фестиваль? Что на нем можно увидеть? На нем, естественно, собираются музыканты, которые поют национальную музыку. Также, помимо музыкантов, присутствуют на фестивале люди, которым интересно искусство национальное, да, то есть создание каких-либо национальных вещей, которые продвигают молдавскую культуру, которые продвигают, допустим, молдавские ковры, либо же другие предметы искусства, которые тоже там помимо музыки делают свои выставки. Вот, допустим, по программе в прошлом году мы можем, да, то есть если вы сейчас показываете, я не вижу фотографии, или вы уже показали с... Ну, я Марта позвали, да, создану трекут, да, да, или Марта даже. Угу. То есть это фотографии с прошлого года. Помимо этого, естественно, ни один молдавский фестиваль не обходится без традиционной молдавской еды. Ну, а к концу фестиваля, как правило, все выступающие, все, кто принимает участие, проходят по улице, возглавляет это все, да, то есть человек на каруте, как это было в старые античные времена. Хотя, казалось бы, это не было так давно. Но, ну, в общем, такая вот программа для тех, кто не знает, да, то есть как интересно и образовательно, я бы даже сказал, провести свои выходные. Ласудул цери, шаколу иши буника, буника карибати тоба. Да, пилинга аста дзесима, по ай оказия сдуши червена аутограф, да. Ла буника челор ден стави ляг, де че носме. Да, не май контест. Доамне, як то, звери ди департе кого. Да, сайбы мулте санатате. Ши буника дла валень. Și sănătate tuturor locuitorilor de acolo care au, iată, inițiativa asta și găsesc resurse emoționale să organizeze sărbători prin care să-și promoveze destinația. Mișa, noi îți mulțumim foarte mult, îți dorim un weekend frumos și mulțumesc. Ne vedem, dacă ai să mergi la festival să-mi trimiți niște poze, dacă nu, ne vedem săptămâna viitoare. Da, eu tot aștept salamul și ăla de la Mișa. Hai, lasă că o să-ți facă rost, Mișa, când ajungem la Chișinău. Mișa, mersi! Hai, noroc, Mișa, numai bine! Toate bune! Pa.